В «Газпромнефть» на Ноябрьск нефтегазе прошли семейные старты. Они были организованы в рамках празднования Международного дня защиты детей. В играх приняло участие 6 семей работников в составе папы, мамы и ребенка. Участники семейных стартов состязались в 9 этапах эстафеты. В результате первое место заняла семья Турахановых из ЦДНГ-9. Второе и третье места у спортсменов из аппарата управления. Призерам соревнований вручили кубки, медали, почетные грамоты и денежные премии. Семья, победившая в соревнованиях в этом году, примет участие в общегородских соревнованиях среди семей трудовых коллективов города.